План действий. У меня спросили, какой план действий. А на самом деле, первое, это надо изучить вообще, что происходит, самое главное. Ну а второе, собственно, сделать предложение. Такое предложение, которое будет оптимальным для бизнеса, для людей и для власти. И, собственно, вот этим я сейчас и занимаюсь. Изучением истории, изучением технологий и изучением систем управления. Я думаю, что это будет система, которая близка к социализму, собственно, как посткапитализм. Однако это не будет власть пролетариата, это не будет власть бюрократии, это будет власть бизнеса. То есть это люди, которые реально создают что-то. Это отчасти люди, которые интеллигенция. То есть, ну, заниматься бизнесом на самом деле без понимания происходящих процессов, без знаний просто невозможно. Поэтому интеллигенция сюда тоже включается. Но не та интеллигенция, которая сидит, перебирает бумажки, а та интеллигенция, которая реально делает. Ну, собственно, вот думаю, что будет власть бизнеса.